С 9 апреля все без исключений могли присоединиться к флешмобу, приуроченному к 135-летию Габдуллы Тукая. Для этого нужно было опубликовать видеозапись исполнения произведений татарского поэта в памятных местах, связанных с ним. О том, как завершился флешмоб «Минем Тукай 135», расскажем в следующем сюжете. Завершился флешмоб «Минем Тукай 135». Флешмоб был организован с 9 апреля по инициативе Института филологии и межкультурной коммуникации. Сегодня, в день его официального завершения, мы услышали исполнение студентами стихотворений, музыкальных композиций по произведениям татарского поэта Габдуллы Тукая, авторских произведений. О том, какие перед собой стояли задачи организатора мероприятия, направленные на популяризацию татарского языка и творчества великого поэта, рассказал нам заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Эльвира Закирова. Наша инициатива была пойти именно к населению, в город выйти за рамки университета, и мы с такой инициативой вышли к администрации метро, станции имени Габдуллы Тукая. И после того, как мы там выступили, к нам стали обращаться администраторы других общественных заведений, так скажем. Благодаря этому мы еще съездили в аэропорт имени Габдуллы Тукая. И даже такой вот момент, что после этого еще нам написали с главпочтамта: приходите к нам, спойте, пожалуйста, что-нибудь. Нас стали приглашать. Эльвира Закирова отметила, что в этом году после усложнения задания итоговое число участников снизилось. Но есть большая надежда на то, что сегодня, 26 апреля, будут самые массовые публикации в социальных сетях видеоконтента с хэштегом «Минем Тукай 135». Но мы все-таки отметим самых творческих, креативных, тех участников, которые именно выполнили наше техническое задание, постарались выехать или выйти на эти места памятные, и мы им отправим в электронном виде грамоты, то есть благодарственные письма за участие во флешмобе. Подведены итоги по числу размещенных видеозаписей и объявлены самые креативные участники флешмоба будут 27 апреля. Илья Андреев, Фарид Захитоглы, Универньюз.